13 октября, Михаил Соломенный, народный календарь. На Руси был распространен интересный обычай. В день Михаила молодые бабы сжигали свои соломенные постели, кто в печах, кто в авинах. Кстати, к соломе русские люди относились с уважением, а говорили, что она вбирает в себя силу земную и солнечную. В этот день было также принято купать детей на пороге. Считалось, что это защитит их от болезней зимой. Смотрели в этот день на приметы. Если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет еще не скоро. Старухи, чтобы избавиться от боли в ногах, сжигали в этот день старые лапти.